черт возьми. Вайпер, это 2-5. Здесь художники, квадрат 1-9. Вас понял, 2-5, идем по плану. Вас понял, Вайпер. Ладно, уроды, на колени! Бумаги мои, давай! Капитан, здесь все заражено. Прошу разрешения на дезинфекцию. Ага, может и до этого дойти. Эй, ты куда? Что, со слухом плохо? Я сказал на колени, браток. Черт, нужно найти укрытие. Черт возьми, вот это вовремя. Так, надо забраться повыше. Посмотреть, куда меня занесло. Командиром Черного дозора. Сбежал один из подопытных гентек. Его зовут Джеймс Хеллер. Особь – чернокожий лысый мужчина, 30 лет. В черной кожаной куртке. Очень опасен. Разрешено применение оружия. Конец связи. Ага, попробуй найти меня, мразь. Минуточку. Я знаю эту местность. Здесь рядом моя церковь. Интересно, нет ли там отца Гуэры? Мне сейчас пригодился бы совет духовника. Ты что, тут везде? Не знаете, добровольцы были 15 часов экспериментов. И не тяните. Отец, я вас не трону. Джеймс? Ну, долгая история. Но я не знаю, зачем ты здесь. Я здесь, потому что вы многое знаете, многое слышите. Мне нужна ваша помощь. Да, я много чего слышал. Плохого. Инфекция просто скосила всех. Я пытался помочь. Я пытался. А потом явился черный дозор. И что они? Забрали здоровых. В лагеря. Заразили их. Посадили в клетки с монстрами. Мы с друзьями пытались их освободить, но... Но нас поймали. А с дозором ведь не шутят. Это еще посмотрим. Ладно, отец. Кто тут есть из старших офицеров Черного дозора? Надо узнать, кто здесь главный. Я не знаю имен, но я знаю, что в больнице два командира. Они ее превратили в командный пункт. Джеймс, прошу тебя, не ищи неприятностей. Если Черный дозор создал вирус, значит, они убили Майю и Калетту. И тогда я вам гарантирую, что у них большие неприятности. Будь осторожен. Дерьмо со мной. Сукин сын. Вот его-то я ищу. Некий вирусный сонар. Блин.
чем думаешь, Райли? Райли. Да все это, доктор Кёниг, так сочувствовать Хеллеру непрофессионально, даже мерзко. Как бы то ни было, эту тему мы обсуждать не будем перед бойцами. Я не вижу... Черт, Уильямс! А ну живо обратно на борт! Кёниг, это тот гад, что ставил эксперименты надо мной. Оставлю его на потом. Сперва нужно отбиться от этих. Вайпер 2, это Рэтлер. Вайпер 2, ответьте. Блин. Джеймс, ты нашел этих командиров? Один есть. Второй сбежал. Не знаю, где его искать. Не волнуйся. У меня есть новый фокус. Вайпер 3, это Рэтлер. Мы потеряли связь с Вайпер 2. Вас понял, Рэтлер. Мы тут избавляемся от трупов. Еще пару минут и дальше. Визита, будьте начеку. Тут какой-то псих носится. Было бы намного проще, если бы у меня был обзор получше. Не знаю, как это работает, но работает. Ребята, надо торопиться! Ой, Кёнига ждет большой сюрприз, если он считает, что полковник Рукс очередной бюрократ. Лейтенант, я и сам все прекрасно знаю. Мой бывший командир однажды напился и подрался с полковником. До сих пор в лазарете валяется, жрет через соломинку. Может, он слишком много болтал, как ты. Прояви уважение. Полковник Рукс. Это тот гад, который пытался убить меня в лаборатории. Попробую-ка его найти. А может и нет. Не очень понимаю, как работает эта штука. О, блин. Лок Смит, говорит катапульта 2-4. Веду бой на мосту.